Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня приготовим вот такой вишневый немецкий пирог. Так он называется. Пирог очень вкусный, пушистый. Начинка вишневая. К чаю, кофе – это то, что надо. Так что давайте готовить. Делаем опару для начала. Вот 35 грамм дрожжей прессованных. Стакан теплого молока. Не горячего, теплого. Разводим дрожжи. Добавляем столовую ложку сахара. И просеиваем для опары 200 грамм муки. У меня чаша была на весах, поэтому я так смело добавляла 200 грамм муки. Перемешиваем. Накрываю полотенцем опару и в теплое место. Где-то на полчаса. Опара отлично подошла у меня. Для теста растоплю 100 грамм масла. Можете маргарин взять. Добавляем растопленное масло или маргарин у вас. 6 столовых ложек сахара, пол чайной ложки соли, разводим, добавляем 3 яйца, всю эту массу вводим в опару, добавляем 200 грамм муки. Добавляем ванилин или ванильный сахар. У меня ванилин. Немножечко добавляю. Перемешиваем ложкой. Еще добавляем 200 грамм муки. Частями, видите? Так как тесто совсем жидкое. Так, немножко оставлю. Вмешиваем муку и смотрим, добавлять ли еще муку. Еще досыпаю вот оставшаяся мука от отмеренных 200 грамм. Вмешиваю муку. Добавляю столовую ложку еще растительного масла. Смазываю руку растительным маслом. Продолжаю вымешивать тесто. Накрываю тесто полотенчиком и опять минут на 20 в теплое место, чтобы подошло. Тесто подошло. Его надо обмять. Все, пусть еще раз подойдет. Где-то минут за 20. Тесто подошло второй раз хорошо. Коврик смазываю растительным маслом, чтобы не использовать нам лишние муки. Тесто хорошее, податливое. Так, делим его. Большая часть пойдет на низ, меньшая наверх. На глаз делим. Раскатываем. Раскатала немного, переносим тесто на противень. Тут уже распределяем руками. Дораспределяем руками, как нам надо. Так, теперь тесто посыпаю крахмалом. Картофельный крахмал. Чтоб низ не был мокрый. 2 ложки столовых у меня пошло. Укладываю начинку. Начинка у меня все время находилась в дуршлаге, чтобы сок стекал. Распределяем начинку равномерно по всей поверхности. У меня грамм 300, наверное, начинки. Еще крахмальчика. И посыпаем сахаром. Вишня кислая. Ложки 3, наверное, пойдет. Теперь необходимо прикрыть слоем теста пирог. Опять раскатываем тесто.
переносим тесто на поверхность пирога, подтягиваем края, чтобы закрепить все это. И закрепляем хорошо. Скрепила и делаю такие защепочки какие-то, как у вареничка. Теперь деревянной ложечкой этим краем смочила немного растительным маслом и делаем углубление. Не насквозь, а просто углубить. Сильно делаются. В эти углубления кусочки масла положить, небольшие. Сверху посыпаем миндальными листочками. И посыпаем сверху сахаром. Даем подойти где-то полчаса, минут 20. И в духовку. Пирог вкусный будет. Он уже аппетитно выглядит. Накрываем полотенчиком, пусть подходит. Пирог подошел хорошо. Отправляю в духовку. Минут 25-200 градусов температура. Достаю, пирог готов. Такой пышный, красивый пирог получился. Но должен остыть, чтобы попробовать. Теперь необходимо разрезать пирог. Пирог большой получился. Отрезала вот эту часть. Ой, какой вкусненький, какой вкусненький, я уже вижу. Хорошо пропекся. Видно, видите, низ хороший. Так, будем пробовать. Внутри еще горячий. Пирог разрезан, пушок просто. Очень вкусный, вкусный. Начинка, вы видите, она у нас совсем не вытекла. Пирог не расклеился. Сахарок сверху как похрустывает чуть-чуть. Миндальные лепестки подпеклись такие хрустящие. Сам пирог мягкий. Начинка такая вкусная, сочная. В общем, очень советую. Приготовьте. Еще впереди у нас праздник Крещения. Испеките такой пирог. Порадуйте своих близких. Я вам гарантирую, пирог всем очень понравится. Так что пеките с удовольствием, у вас все получится. Спасибо, что смотрели мое видео. Нравится видео, ставьте лайки. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Готовьте такой пирог. И до новых встреч, и всего вам самого доброго!